на сцену выходит такой перебежчик, который то автор, то исполнитель, когда ему как нравится. Причем исполнитель вот с таким багажом, на самом деле, песен знает больше всех. Николай Каипецкий. Снова добрый вечер. Спасибо, что вы с нами в наш праздник. Значит, я в Оазисе не с самого начала, не все 10 лет, но все-таки большую часть своего достаточно долгого пути Оазис прошел на моих глазах и при моем непосредственном участии. Я тоже, значит, за это время кое-что сочинил и некоторые вещи покажу. Первая песня – это такое пожелание, чтобы у Оазиса на своем пути было как можно меньше ошибок, а чтобы те, которые совершаются, быстренько исправлялись. Ошибка 404, страница была удалена. На сервере ошибка 404, страница была удалена. Я смеялся под ветками ивы, в юности ходил стариком, чтоб стать на секунду счастливым, набрал адрес счастье.ком. Сегодня целый день рассуждаем о мире, а завтра глобальная война. На сервере ошибка 404, страница была удалена. На сервере ошибка 404, страница была удалена. От бед нашел огурец оптимизма, на сервере горя точка нет. И тут я осознал, что все есть в этом мире, и счастье, и солнце, и луна. Исправили ошибку 404, ведь в ней лишь моя была вина. Исправить ошибку 404, ведь в ней лишь моя была вина. Ведь в ней лишь моя была вина. Спасибо большое.
большое. Вторая песня будет на тему, которая сегодня уже неоднократно поднималась. О том, что 10 лет пролетели незаметно, как одно мгновение. Вот. Песня называется «Часы с кукушкой». Стал этот мир, прекрасный мир, казаться мне пустым и скучным, пустым и скучным. Так почему бы не повесить на стене часы с кукушкой, часы с кукушкой? Они скучать мне не дают, нет, не дают ни днем, ни ночью, ни днем, ни ночью. Ритма добивая убегающих минут, как сердце точный, как сердце точный. Не возьму, нет, не возьму наград и премий, наград и премий. Я несказанно рад тому, чему, тому, что знаю время. Сам не свой, пью кофе с сушкой, а чаще с плюшкой, и слышу голос озорной моей кукушки, моей кукушки. Смолк к 7 утра, вновь грустно стало, так грустно стало. Тогда я понял, эту песенку пора начать сначала, начать сначала. Стал этот мир, прекрасный мир, казаться мне пустым и скучным, пустым и скучным. Так почему бы не повесить на стене часы с кукушкой? Часы с кукушкой, часы с кукушкой, часы с кукушкой. Спасибо большое. С праздником. Лайка Ипицкий. Но те, кто посещает наши традиционные зимние фестивали, вспоминая классиков авторской песни, знают, что он постоянный участник этих фестивалей. Он знает всех классиков авторской песни. Он первый присылает заявку на участие, на выступление в концерте.